Александра Ткаченко пишет: абсолютно однозначно. Она говорит: мечтать необходимо в любом возрасте. Когда тебе 7, ты мечтаешь получить на Новый год куклу Барби. Ты мечтал, Андрей? Мне подарили Кена, когда мне было 7. Вообще, слушай. Невероятно. Ну, поговорим с тобой об этом потом тоже. Когда тебе 17, мечтаешь пойти на новогодний бал именно с тем мальчиком, который тебе нравится? Нет, нет, Виталик, нет. Нет, нет. Я не буду больше так шутить. А когда тебе 27, ты мечтаешь о семье и собственной реализации в этом мире. Но все же может и из мечты мечта превратиться может в цель. И тогда нужно трудиться, чтобы достигнуть цели. На мой взгляд, мечты – это что-то родом из детства, и то, что во взрослом возрасте осуществить нам немного проще. Даже из обычной лошади может получиться единорог. Главное – рог прикрепить именно туда, куда надо. Это отсылочка к Дарье Харитоновне. Спасибо. Поэтому мечтать прекрасно. Это как глоток свежего воздуха в серости обычных будней. А вот когда твои мечты сбываются, так вообще кажется, что у тебя над головой твоя собственная радуга появилась. А может быть, наоборот, мечта сбылась и грустно стало. Ну вот, я вот мечтал сходить на концерт группы Skillet. Концерт закончился, мне грустно стало. Ну вот, я сходил на концерт. Такой эффект тоже бывает.